Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, ежедневные награды забираем. И хочу я, ребят, посмотреть, куда меня там сбросили. Наверняка, да, опять же, Лиги Самураев, скорее всего, я больше чем уверен. Лига Самураев, две звезды, ребята, две. Раньше мы до трех скатывались, теперь получите две звездочки. Трэш какой-то просто происходит в последнее время, я смотрю. Пройдите серию испытаний. Ну что, давай, ребят, наверное, быстренько пройдем эту серию испытаний никчемную. Как говорится, на одном дыхании ее хоп-хоп и все. Можно было бы даже, если честно, сегодня ее допройти вообще полностью. Там осталось 3 или 4 поединка. Так, ну что. Сегодня еще, по идее, у нас в Драконы Всадники Олуха должно быть новое событие. Вот не знаю, успею ли я в 2 часа ночи-то. Успею ли я туда попасть. Так, мне еще, ребята, проблемы там в Ютубе. Запрещено выкладывать видосики, я не знаю по какой причине. Вот. Пока вроде бы написано, что отпишутся позже. В чем проблема? Поэтому как бы это я сейчас снимаю уже для себя. Выкладываться они будут только после того, как устранят все вот эти вот, ребят, проблемы, ошибки. Если это, конечно, какие-то ошибки. Ну что, давай кубарем катись. Да ладно. Тигриный коготь у нас остался, но мы его победили. Так, ну что, погнали дальше тогда. По Шурику. Здесь мы с тобой все сделали, здесь мы забираем награду. Так, забираем награду и... Да не буду я ничего делать. Чихнуть мне хочется, вот что мне хочется, ребят. Что-то так нос зачесался, ой, аж прям до слез. Так, ну что, давай, наверное, мы быстренько с тобой здесь заберем наши осколки. Тем более, нам здесь осталось совсем немножечко для того, чтобы взять 3 ДНК. 3 ДНК на наших... Ты сам знаешь кого. Конечно же, на наших кроликов, ребят. Так, мы уже насобирали, сколько нам нужно. Но все равно, ребят, я продолжаю. Будем тратить все. Все равно нам сыр этот пока не на что больше тратить здесь. Так, нам еще осталось тут ноутбук Дони и осколки. Но пока, слава богу, выпадает нам... Ага, вот ноутбук Дони. Вот и скуки, и теперь остались только жетоны. Давай, давай. Не отставай. Так, уже 1000 жетонов. 1029, 1049. И все, ребят, сыр у нас кончился. И быстренько переходим в магазин. Быстренько переходим в магазин. И вот они, красавчики. Так, шикарно, ребята. 220 жетонов у нас еще осталось в запасе. Так, поднять уровень персонажа, это все сделаем, но сначала давай-ка мы, наверное, продолжим искать. Слэш, у тебя надо найти 9 вот этих вот кружек. 9. Ну что же, одна есть. Вторую надыбали. Вторую, третью. Так, еще остается 5, да? 4. 4, 3, 2, 1. Последняя, да? Нет, подожди. Вот сейчас будет последняя. Вот сейчас. Сейчас будет последняя. Ну-ка. Даже перебор. Какой перебор? Недобор, ребят. Какой перебор? Недобор у нас одной кружки. Вот. Кружки есть, давай прокачивать до 4 ступени. Будем массовую атаку для начала прокачивать. Так, здесь нам нужно будет джойстик плюс 10 3D очков, которые очень тяжело, ребята, выпадает. И 18 вот этих светильников. Да. Ну и в конце концов поднять уровень персонажа. Это мы сделаем уже после того, как... Ух ты. Как этот мутаген заберем, да? Да и не только. Да что такое, глаз-то зачесался? Ёк-мукарёк, ребят. Что за... То нос чешется, то глаз чешется. Как я не знаю, чесотник какой-то. Сижу тут. Ну что, поехали. 46-й ранг у нас здесь. Раз, два, три, четыре, пять. Поехали.
До Лиги Самураев две звезды скинули меня. Уму непостижимо, ребят. Уму непостижимо. Кролики даже не упали. Даже не упали. Так, ну что, давай-ка попробуем. Замечательно. Лео, падай. До не добьешь? Будешь молодцом, не добьешь, будешь вафлом. Тебе просто повезло, что постепенный урон повесил. А так бы был бы вафлой. Ну что, двигаемся дальше тогда, ребят. Ну, самурай 3 звезды. Никогда бы не подумал, что я буду этому радоваться. 3 звезды самурай дошли, ёк-макарёк. Что ж ты будешь делать? Танцевать с бубном и радоваться. Ладно, ищем 14. По идее, должно быть 15-19. Но дают почему-то 14-18. Возможно, они со мной пока еще не согласны, что я должен делать прорыв. И дают по заниженной. Дают по заниженной. Мне надо взять, знаешь что, кого-то более-менее сильного. Например, это будет у нас с массовой, опять же, атакой. Это будет у нас наш Шархан или в простонародье тигриный, ребята, коготь. Да-да, именно он. Ну что, поехали. Влупляем массовую атаку. Теперь сюрикены от Майки. И добиваем Майки ролевого. Все. Но опять же, я тебе скажу, что без Шархана было бы сложно. Он львиную долю здоровья отнял? Отнял. Нам осталось только добить своими слабачками, так что все отлично. 59 ранг, и у нас 15-19. Вот только сейчас они дали. Поэтому берем Змейковью на 70 уровня. И к нему вот этих вот ребят, так сказать, привинчиваем, прикручиваем, чтобы они шли вместе с ним. Так, Змейковью должен ходить не первым, нифига, ребята. Карайка на полтиннике, прикинь, переплюнула всех и стала ходить. Ай-яй-яй, как же так. Карайка инициатива неплохая. Ну что, Сплинтер, пора тебе падать. Я еще такой подумал, а вдруг сейчас Пит не добьет, и он добивает. Все сделал как надо. Ну что же, двигаемся тогда дальше и смотрим. 37-я позиция. 37-я. 15-19 по-прежнему у нас остался в статусе. И здесь я возьму Слэша. На 72 уровне с его массовой атакой круговой, я думаю, что есть шанс. Ну, завалить, конечно, всех вряд ли он сможет, но покоцать, наверное, покоцает. Давай проверим. Да, очень хорошо покоцал, ребята. Ну, тут главное, чтобы, естественно, Эйприл не захиляла. А то будет как-то не очень комфортно мне. Так, Майки делает массовую атаку, понижает нам тем самым атаку. Смотри, что творят. Давай-ка бросим туда гранаты к ним. Так, минус еще один. Бьешь сплинтера? Красиво. Так, а дрон добьет? Дрон добил, да не всех, только одного. Ну все, ему крышка, ребят, он допрыгался. По башке такой булавушкой попасть, ты представляешь? Такой вот булавой. Она весит, наверное, килограмм 50, а может быть и больше, и по башке с размаху. А прикинь, когда крутишься и с одури такой на нее попадаешь. Ух, я, конечно, не завидую никому, если кто-то попадет, особенно вот этим персонажем. Ну что, раз, два, три, четыре. Тут у нас три Бибопа, один Рокстеди. И вместе с ними в команде будет... Джастин. Вот это я, ребята, камикадзе. Опять же выставляю Джастина. Мы же прекрасно знаем, что Джастин — это все фигня. Но здесь, слава богу, у него инициатива не подводит. Давай бомбанем здесь. Так, и с базуки. Полетел. Он стрельнул, на самом деле он перепутал, ребята, базуку. Он выстрелил назад и поэтому полетел вперед. А должно было выглядеть наоборот, что он стреляет из базуки именно вперед. Так бы была бы массовая атака, если бы он выстрелил. Это было бы типа как у Ваньки, да, стиранка. А тут, получается, он просто полетел с этой базукой. Ну что, наконец, друзья мои, мы вернулись в наши родные Лиги Сёгунов. Хотя для себя я считаю родными уже не Лигу Сёгунов, а Лигу Мастеров. Вот это для меня родное. А это уже так, проходящий балл. Ну что, 15-19, получается, нам нужно брать. Возьму здесь Донателло на соточке.
И раз, два, три, четыре. У них 50 уровень. Конечно же, Донателло здесь наверняка должен. Ну, всех, наверное, вряд ли уложить, но половину должен. Даже больше, чем половину. Практически всех, кроме Бакстера Стокмана, как я уже успел увидеть. Ну что, продвигаемся дальше. И у нас с тобой 59 ранг. Во, 15-20, все-таки дали. Я уже хотел, думал, завозмущаться, но уже столько играем и не дают. И все-таки дали. Ну что, Бакстер Стокман у нас со своей массовой атакой. Я, наверное, буду... Давай попробуем выпустить маузеров. Смертельную волну мы с тобой и так часто применяем. А вот маузеров практически не применяем. Поэтому давай. Пи-бич. Все. Изи. Двигаемся далее. Двигаемся далее, и нам дают 41-ю позицию. Слушай, не так уж, кстати, мы и много пролетели, если посмотреть. И вот теперь все, ребят, да? Теперь они нам 15-20 дают. Возьму тогда Зека. Зек. Блин, тут Муха. Тут Мондагека и Зек один. Как-то не внушает мне это все доверие. Давай-ка мы, наверное, сделаем еще вот так вот. Раз, два, три. Будет подстраховка Зеку. Именно в виде железной головы. Ну что, поехали. Посмотрим, сколько Зек тут. Слушай, зря я, конечно, сомневался. Но все-таки, друзья, все-таки надо было так сделать. Потому что, видишь, железную голову ему все равно приходится добивать. Хоть Зек и молодец, бомбанул там, не кисло. Но железной голове все-таки пришлось бомбить. И дают мне 19 место. 19 место. Слушай, я не знаю, вот мы сегодня сможем попасть в лигу Сёгунов 3 звезды? Немножко сомневаюсь, конечно. Или же мы зайдем, но займем где-то это 90 место, скажем так. То есть никакого прорыва не будет. Раз, два, три, четыре. И нам нужно будет мутаген еще накопить для того, чтобы прокачать слэша на соточку, да? Мы его будем до сотки же качать, я так понимаю. Раз уж начали качать, вот так давай тогда до сотки уже догонять. Там уже потом переключимся на другого. А там знаешь, кто у нас подоспеет, я думаю, к тому времени уже? Маузеры, ребят. И мы будем качать уже маузеров. Так, 15-20. А дадите мне, например, 16-21. Нет? Не хотят. Не хотят. Ладно. Беру здесь кожеголового. Ребята, кожеголовый сотка. И идем мы против 56-х. Но не забывайте, что здесь Микеланджело. Очень лютый. Вот он. Вся надежда на кожеголового. На его кувырок. Есть. Он не подвел. Полтиннички он довольно легко снес. Даже не полтинничка, а 54 уровень был. Так, ну что, 80-е? Точно, ровно 80-е место. Значит, 20 ступенек мы пролетаем. 15-20. Беру здесь Лео. Раз, два, три, четыре. Блин, в ХКР-ку давно не играл. Вчера, ребят, хотел в нее сыграть. Так что-то вырубился. А, нет, я не вырубился. Я купил игру. Про... Как называется-то? Ну, короче, ты понял, да? Про крыс. Где Амиссия, Гуга убегает, короче, от крыс. Ну, там вот это вот. Я вчера ее купил и всю ночь, ребята, зависал в нее. И сегодня зависал долго. Вот. И еще сегодня буду опять зависать в нее. Не знаю, правда, как долго. Потому что, извини меня, время 3 часа ночи. А мне завтра на работу в ночь. Посмотрим. Так, ну что у нас тут получается? Получается у нас суперудар от Крэнга. И, наверное, всем хана. Угу. Просто штабелями все падают. Да, мутагеноид, не успел ты, к сожалению, своими ручонками здесь подурачить их. Слушай, Лига Сёгунов 3 звезды у нас будет. Это гарантированно. А вот сможем мы до Лиги Мастеров дойти? Вот это уже вопрос. Ну, Лига Сёгунов 3 звезды... Однозначно у нас будет. Так, беру Рафаэля, беру Майки. Шредер, ты подождешь. И вот, наверное, вот так сделаем.
Не знаю зачем. Ну, ну Майки сейчас будет, конечно же, ставить уклонение, это однозначно. Майки будет уклонение, а Рафаэль будет брать на себя провокацию, это 100%. Это, друзья мои, 100%. Лео, наверное, будет все-таки хилять. А, нет, Лео не будет никого хилять. Давай вот Рафаэля попробуем уничтожить. Все, у них теперь нету хила. Так, Рафаэль, отдай ему сдачи. Отлично. Этому тоже. Поехали. Минус Бакстер. Ну и минус Донни. Коротко и быстро мы с тобой здесь разобрались. Ну что же, должно быть, сколько? 23-е, по идее, место, да? Угу. Так, 16-21. Ну что, я беру Макмана. Макмана и Усаги, или как сделать? Давай вот так вот. Усаги пока подождет. Он более там, более в тяжелые пойдет у нас поединки. Надо, наверное... Ага, Эйприл, подожди, Эйприл надо ушатывать. А теперь Макман добивает всех. Красавчик. Вызвал же откуда-то эту помойку, да? Торнадо эту помоечное. Ну? Нет, ребята, еще рано. Третья позиция, 20 ступенек, как мы пролетали. Так, Армагон так и хочет, ребята, вступить в бой, но я его придерживаю из последних сил. И, видимо, уже зря, потому что тут... Тут уже, друзья, остаются элитники. Высшая лига. Там Шредер, остальные, которым не нужна никакая помощь. Постепенно урон будет бить. Давай, у вас белочка. У вас белочка, ребята. Пумс. Белочка посмертная, к тому же. Угу. Так, и мы переходим в Лигу Сёгунов 3 звезды. И место у нас 83-е. 83-е место. Раз, два, три. 4, 5. Чё, у нас получается один Армагон, что ли, неотыгранным? Да ну нафиг. А ведь получается так. Блин, ну почему Армагон? Я хотел Армагон отыграть. Ну, видимо, не получится, да? Видимо, ребят, не получится. Придется Армагону оставлять одного одинешенького в этой груди отыгранных, как говорится, персонажей. Точно он один там у нас остался? Точно, ребята. Он у нас остался именно один. Ну что, давай смотреть. Поднять уровень персонажа. Успели ли мы накопить? Да, успели мы накопить. Даже еще один... А, нет, нет, не хватит. 73-й левел, ребята, он у нас зарабатывает. Мы здесь забираем с тобой награды. И я, наверное, еще ему тагенчик прихватить хочу. Давай-ка я, наверное... Нет, сделаем так. Во. Вот такая у нас будет. Ну, соответственно, я ставлю, ребята, на автобой. Ну, Шредер... Первой своей же атакой нокаутировал. Бежим дальше. Так, здесь у нас разыгрываться будет 600 мутагена. Там 300, 600, потом 900, да, получается 900, 1200 и 1500. 1500 это, ну, как бы максималка. Так, 600. Идем дальше. Ну давай, Шредер. Сразу он его нагибает. Просто без проблем. Так, это 900. Это 900. Получается 1200 и 1500. 1500 будет последний бой. А на следующей серии, в принципе, можно, ребят, что? Пройти смятение из другого измерения. В принципе, нам ничего не мешает. Там остается 3 или... 4 поединка. Все. Отыграть, забрать все наши награды, все наши сундуки и быть довольным.
Тыч. А вот это, Шредер, не надо было делать. Мы бы могли без этого завалить этого мутагеноида. Зачем ты применил хил здесь? Ума не приложу. На. Он даже промахнулся, ребята. Да чего он ватный? Ну, здесь, вот здесь максимальный уровень 50-й. Вот в этих поединках. Поэтому, понятное дело, что мы его тут в легкую просто уничтожили. Так, ну что, друзья, больше ничего не осталось. Я, пожалуй, пойду сейчас за кадром бить 10 откатов. А с вами прощаюсь. Всем удачи и до новых скорых видосиков.